И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать, как избавиться от программы King User. То есть, обычным методом данную программку удалить вы не сможете. Сейчас я это продемонстрирую. Вот у нас, собственно, сам King User, зажимаем его, хотим удалить, но кнопочки удаления не появляются. Мы можем только посмотреть сведения о данном приложении. Но это нам совсем не интересно. И, собственно, для того, чтобы удалить данную программку, нам понадобится другая программа. Очень замечательная программа, много раз меня спасала, под названием Root App Delete. Ссылочку на нее, как всегда, вы найдете под видео. Итак, давайте запустим программку Root App Delete. Здесь выберем пункт системные. Далее выбираем опытный. И теперь в этом списке ищем нашего King User. Он у нас стал системным, поэтому мы его удалить и не можем обычным методом. Но сейчас мы его все-таки победим. Вот, собственно, наш King User. Нажимаем на него один раз. Жмем удаление. Сейчас он будет нам немножко сопротивляться. Туда, конечно, даем тебе полный доступ на удаление самого себя. Жмем кнопку ОК. Ошибка при удалении. Он не хочет удаляться, ребят. Ну, ничего страшного. Жмем ОК. Далее жмем здесь единичечку. Удаляем. Сейчас программка будет у нас немного подвисать, лагать, так как King User просто так не сдается. Но в итоге мы его победим. Просто ожидаем. Программка будет висеть. Ждем, ждем. Не боимся, ничего страшного. Сейчас все продемонстрирую, все как будет выглядеть. Подвисло у нас, ничего не работает. King User хочет остаться на вашем телефоне. Но не тут-то было. Сейчас мы его все равно, ребят, снесем к чертовой бабушке. Так, собственно, опять программка у нас подвисла. Приложение Root App Delete VIP не отвечает. Подождать? Конечно, подождать. Все равно мы сейчас тебя, несчастный King User, удалим с нашего Android-телефона. Сейчас, ребят, программа опять зависла, как видите, ничего страшного. Это все, этот злостный King User не хочет у нас уходить. Ждем, да, ждем. Сейчас все равно мы его победим, друзья. Так, кажется, все отвисло, отлагало. Так, да, все, давайте посмотрим, есть ли он, этот King User, сейчас в списке. Так, 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 крутим вниз, прокручиваем, 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 прокручиваем. Все, ребят, нету этого приложения. Мы, собственно, его победили и удалили. Давайте посмотрим на рабочем столе. Также ярлык пропал. Давайте перейдем в менюшку и поищем здесь нашего King User. Так, как вы видите, его нет. То есть мы его полностью удалили с телефона. После этого советую вам перезагрузить телефончик, дабы все полностью удалилось. Вот так, ребят, легко и просто удалить King User с вашего мобильного телефона. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем до новых встреч, друзья!